Привет, дружище! Рад видеть тебя на канале Юрка в танке. Сейчас я покажу тебе ядреный бой на китайском 121Б, где семеро противников не смогли убить нашего героя. А везение это или Картошкин заговор, ты узнаешь, если посмотришь этот бой до самого конца. А мы давай посмотрим финальные результаты боя. 11300 урона надавали, 10 фрагов сделали, еще успели натанчить почти 3500, естественно, это мастер Колобанов и еще целая куча медалей. Ты просто обязан поставить лайк и подписаться на канал Юрка в танке, особенно если ты хочешь увидеть еще ядреных боев. А я желаю тебе удачи в танковых сражениях и до встречи в новых выпусках.